Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Это я, Радослав Волосевич, со мной моя любимая жена. Беата. Женщина моих мечт. Да, моя дорогая брата, нам, ну как, мы делаем очередный наш эфир совместно, нам тоже понравилось и вам нравится, мы видим по вашим комментариям, и это очень приятно, нам как-то прямо хочется этим заниматься. Сегодня у нас тема, интересная тема, потому что что делать, когда внутри кипит, а у нас поводов есть много, что тогда делать? Это очень неприятное чувство. А что, когда у другого человека что-то внутри кипит? Как вот рядом находиться? Что, как спасать ситуацию? Итак, мои друзья, я еще раз всех приветствую, кто присоединяется к нам, кто постоянно присутствует каждый раз. И Сахалин, и вот все города я вижу. Стелла, добрый вечер. Марита, Анастасия, Рубова. Очень приятно, что вы все есть, что вы подключаетесь. Сегодня тема «Что, когда внутри кипит? Что делать?». И вы знаете, у нас есть такой план, такая стратегия на сегодняшний вечер с Беатой. Мы тогда говорили, что мы будем учитывать ваши комментарии в том плане, что я хочу вам задать первый вопрос. Еще раз добрый вечер, Оксана, добрый вечер, Наталья. И Василий, добрый вечер, Тамара. Анастасия, давайте мы будем следить за комментариями и напишите, поделитесь с нами, когда у вас внутри кипит. И потом мы рассмотрим всякие вот эти ситуации, что вокруг происходит. Или когда человек другой доводит нас до какого-то кипения внутри. А потом попробуем найти способы, как вести себя, когда у нас внутри кипит, что делать, когда у других людей тоже что-то внутри кипит. И это опасно вообще. Давайте напишите еще. Добрый вечер, Наталья. Шалом. Добрый вечер, Юлия, Анастасия, Тамара. Ну, я уже кого-то уже поприветствовал. И напишите в комментариях разные ситуации, когда у вас внутри кипит, что влияет вот на вас, на такое самочувствие. Это, конечно, неприятно. И, ну что ж, тогда можно себя не сдержать. Может получиться что-то потом лишнее, что мы сделаем и скажем. Это очень опасно для нас и для окружающих, когда внутри кипит. А так очень часто бывает. Да, Бата? Ой, да. Когда ну, последний... расскажи. Что рассказать? Когда у тебя кипит. У нас уже есть комментарий, ты следи. Угу. Когда мне врут. Точно. Да. Я согласен. Давай, Бата, тоже скажи, когда ты в последний раз у тебя кипел внутри. Правда, точно скажи. Хочешь, чтобы да. Я это сказала? Так мы же это, по-честному, мы же тут в круге друзей. Да. Но да, я думаю, что, может, я целую ситуацию не буду рассказывать, но возникла одна ситуация, в которой я почувствовала себя полностью проигнорированной, хотя, в принципе... Я думал, ты скажешь о том, что 15 минут назад было. Когда мы обсуждали, что мы будем нет, говорить. Нет, тогда во мне не кипело, я просто чуть-чуть понервничала. Обиживалась. К теме, это к теме. Нет, это я хочу сказать отдельно всем женщинам, что есть какой-то отдельный момент, когда кипит, потому что гормоны, потому что приближаются месячные, допустим, будем прямо говорить, ты об этом тоже говорил, и тогда кипит. Подвисла ты по интернет, может, на секунду. Сейчас мы посмотрим, может, это все пройдет. А, Баты, нет? Да, мы пропали, все. Да, сейчас есть, уже есть. Появились. Ага. Ты говорила про это, про месячные. Да, да. Да. Я про это говорила, поэтому как бы это совершенно отдельная тема, но есть и другие причины, когда действительно мы... да. Но есть уважительные, да?
Да. Ну, скажем, такие, где можно оправдать вот этим каким-то, ну, физиологией у женщин. Они имеют право так себя чувствовать. Но, по-моему, просто главное, что они об этом знают, что у них такое время, и когда их в окружении муж знает об этом. Да. Ну да, но вот мы же не о таких ситуациях. Да, конечно. Поэтому действительно есть ситуации, в которых... Но просто сама ситуация или, может быть, какие-то люди, их поведение доводят нас до внутреннего кипения и... Как там? Вот ты сидишь за нашим этим текстом? Да, я просто... Когда слышу обман, да? Да. Когда чувствую несправедливость берет вверх. И когда делают вид, что не понимают тоже. Или, может быть, действительно, на самом деле не понимают, а нам кажется, что, ну, как же этого не понимать? Это же очевидно, или это так просто, а этот кто-то не понимает. Это тоже может нас довести. А вот я увидел в трех этих текстах, которые мы прочитали, это разные виды обмана. Там кто-то говорил, когда обманывают, когда кто-то притворяется, что не понимает, потому что это тоже форма обмана. Кто-то делает вид. Такое притворство, это тоже то, что мне лично не нравится и возмущает. Да, кто-то написал еще, Наталья, что когда меня игнорируют, я полностью согласна, это тоже во мне вызывает просто бурю, скажем так, эмоций, когда у меня такое ощущение, да, что кто-то просто относится ко мне как к пустому месту, да. Хотя, да, говори. Когда меня перебивают. Я тебя перебью сейчас. Это тоже, но... Ну, у мужчин есть такая заложенная гордость. Они там очень важно, вот, чтобы уважали, знаешь. И особенно, ну, не когда они вдвоем. Ну, конечно, тоже, когда ссорятся, он хочет всегда ему быть, иметь последнее слово. Хоть он не всегда прав, мужчина. Но вот эта гордость очень мешает. Есть какая-то заложенная, и особенно вот когда я говорю из встречи лица в окружении, для мужчины это очень важно, чтобы его жена, его женщина ничего не говорила отрицательно, чтобы она его хвалила, не перебивала и так далее. Ну, вот такие моменты. Это мне иногда. Да. Но я про эту несправедливость тоже согласен. Наверное, где-то... Вот я еще скажу, вот я сейчас вспоминаю за работы вот разные ситуации, потому что на самом деле я вот подчеркну важную вещь. Ты пока читай вот внимательно. Да, я читаю, да. Что когда я возвращался уставшим за работы в таком эмоциональном плане, что мне жить не хотелось, то есть где внутри кипело, то есть я себя анализировал, и я увидел, что это не происходит, потому что мне очень сильно работа не нравится. А потому что вот ситуации с людьми, там были такие разговоры, какие-то отношения, такие ситуации, которые меня, они выводили из себя. То есть это вот отношения, я всегда уставал. А сама работа может быть трудна, грязна, но выматывает. Но когда с нормальными людьми работаешь на пару, с другими, друг друга поддерживаешь, ну, тогда и хочется работать, даже, знаешь, и когда очень трудно и грязно и так далее. Ну, конечно. Я думаю, а что... Вот, знаешь, тупость и глупость вот иногда. Такая, не знаю, когда строит кто-то себя мудрого, может, это меня раздражает. Ну вот как раз я хотела сказать, что вот комментарии, которые появляются, как раз и подтверждают то, что ты говоришь, потому что здесь говорится, когда манипулируют, когда человек утверждается за счет других, унижает слабых, чтобы возвыситься, естественно, это доводит до кипения. Тоже есть, когда повторяешь одно и то же, но человек не принимает это к исполнению, хотя это просьбы. Потом настоятельные просьбы, я так понимаю. Потом уже кипишь, естественно. Но здесь еще один комментарий, который мне тоже понравился, когда в ответ молчание. Когда ругаются молча, так знаешь. Но не обязательно, когда ты просто что-то говоришь, а человек просто тебе не отвечает. Но это игнорирует тогда, это тоже очень неприятно. Да, поэтому это тоже может довести. Дальше еще есть, не уважают, не ценят, когда плохо относятся, когда не берут ответственность за свои слова и поступки. О, это, конечно, да. Лично для меня это очень такая причина. А что ты имеешь в виду? Не берут ответственность за свои поступки или слова? Ну, во-первых, я считаю, что если человек что-то сказал,
то независимо от того, уже сказал он это в эмоциях или просто что-то обещал, то он должен это выполнить. Если сказал что-то, о чем пожалел и не хочет этого сделать, то он должен об этом прямо заявить. Но я считаю, что это опять же форма обмана, если кто-то что-то много обещает, много говорит, как-то себя ведет, а потом пытается перенести ответственность за это на тебя, альбо на других, на обстоятельства, да, то есть он чувствует себя вне контроля данной ситуации, своих слов, такое впечатление, что как бы непроизвольно слова из него выливаются, да, он за них потом как бы не берет на себя ответственность, это тоже очень раздражает, но это у каждого бывает иногда, но если это постоянно повторяется у одного и того же человека, это действительно может довести до кипения. И еще слова и поступки. Смотри, когда кто-то вот каши наварил, да, а расхлебывают, да, другие. Да, другие. Вот это тоже раздражает, потому что человек, он должен, раз наделал делов, он должен сам с этим справляться. А очень часто потом такие, они умеют и потом перекладывают, ищут помощи и так далее. Но на самом деле это тоже неприятно. Но вот на работе там тоже был такой комментарий насчет глупости, что когда они руководят, когда приходится выполнять указания, которые, ну, в них мало рассудка, я думаю. То есть мы видим, что это смысла лишено. И мы как-то не можем этого объяснить, и нам нужно делать то, что я вижу, что это бесполезно, неправильно, а вроде надо подчиняться. Да, ну, вот здесь в комментарии тоже, когда глупость пытается руководить, действительно, это может довести до кипения. Здесь еще из комментариев непонимание состояний, несправедливость, халатное, нелогичное отношение ко всему. На замечание ответ. Ну, никто же не умер. Да, это тоже такое вот может быть. Когда но как ты думаешь, от этого можно умереть или нет? Когда внутри кипит, мы можем от этого умереть? Я думаю, что да. Может, не сразу на месте. Хотя, иногда так бывает, что есть люди настолько слабые, что просто иногда нервы могут их убить. Да, вот, потому что, да, мы, наверное, дальше еще будем говорить, какие последствия бывают, когда человек сдерживает все это кипение внутри, да, почему это опасно. Но, да, раньше или позже можно умереть даже от этого. Да, я тоже считаю, что это вредно для здоровья. То есть бывает, что мы можете, но мы можем так только говорить, что у нас влияния нет. На самом деле мы очень много можем повлиять на то, как себя чувствуем. Или как часто это появляется. Да, иногда просто непроизвольно. Ситуация такая, что мы внутри закипели. Но все-таки мы сегодняшний эфир для того делаем, для того, чтобы увидеть эту ситуацию и сделать так, чтобы в жизни было этого намного меньше. Неприятного чувства, как чувство, когда внутри кипит. Потому что это вредно для здоровья. Мы сами от этого страдаем. Вредно, потому что потом и уже можно сказать. Матка. Почему это вредно? Просто я хотела только подчеркнуть, что все те причины, о которых здесь говорится, и в комментариях, да, это действительно существенные причины. То есть это не какая-то глупость просто, да, что вот, ах, зачем ты переживаешь, почему ты злишься, это ведь ничего не случилось, да, или вот как тут приводится, никто же не умер, да, но не надо доводить до смерти, да. Ну, смотри, тут Наташа Морозова пишет, вспышка гнева может вызвать инсульт. Да. А тут может быть такой исход уже окончательный. Да, конечно. Но, почему это вредно? Ты, начал говорить. Давай. Может быть, о последствиях, которые идут как бы наружу, мы еще дальше разовьем тему, но я хочу сказать, что очень часто бывает так, когда внутри нас кипит, и мы думаем, что это неправильное чувство, да, потому что гнев нам как бы ассоциируется с чем-то неправильным, с агрессией, со злостью, все это как воспринимаем как негативные эмоции, и мы пытаемся это сдерживать, да, мы же хотим быть хорошими. И когда мы все это держим и держим внутри, то, к сожалению, наше тело, оно не может это использовать эту энергию наружу, и оно начинает вот ее внутри как-то, да, вот использовать, скажем так.
И это может влиять на наше состояние физического здоровья, да? Откуда берутся всякого рода, я не знаю, как на русском это называется, но это болезни, которые разрушают организм изнутри. И в их числе, например, есть раковые заболевания. Потому что это разрушение организма изнутри. И ну, есть теории, есть, да, да, нервная система. Есть теории, которые говорят, что это как раз и из-за того, что мы не даем выхода нашим негативным эмоциям, отрицательным эмоциям. Всякого рода аллергии тоже. Я недавно тоже узнала, что это тоже результат того, что мы пытаемся сдерживать в себе как раз злость, гнев. И гнев, который обоснованный на самом деле. Да? Просто мы не умеем этого делать, потому что нас никто этого не научил. Как это делать правильно? Ну вот про инсульт, это же результат повышенного давления, резко повышается давление. И у людей, которые живут в стрессе, то есть они ходят постоянно такими легко закипевшими. И потому что-то такое произойдет, у него уже повышенное давление. Человек, он уже ослабленный, такой, скажем, от такого стрессового состояния, и действительно инсульт может такой случиться, или инфаркт, да, поэтому умереть можно. А ты сказала о том, что просто даже не, что вот вдруг человек умрет, но он постепенно страдает. То есть если не это резкий там инфаркт, то может выйти боком таким раковым заболеванием, онкология и где-то. Все говорят, это того, что внутри с человеком происходит. Он страдает, его что-то внутри съедает. Но как минимум я хочу сказать, что очень часто многие испытывают... Сейчас довольно популярное такое заболевание или состояние, как хроническая усталость. Это тоже есть результат сдерживания вот этих эмоций. Да? То, что мы им не позволяем правильно выйти наружу. Да? Ну что ж, мы говорим сейчас о причинах. Да? Мы много, все назвали причины. А кто вот нас на рабочем сказали, да, ситуация. Да. Но чаще всего люди, которые ведут себя неправильно, нас это возмущает, но это супруг тоже может быть, да? Очень интересный комментарий, что может умереть доверие и отношения между людьми. Очень мне понравилось, потому что на самом деле это смерть отношений. Я думаю, что часто даже это хуже, чем какие-то другие моменты. Вот смерть таких отношений, это действительно очень печальный результат. Вот. Такого кипения, особенно доводения еще, Если это отношения для нас важные, если это близкие люди, да. Надеюсь, такое не происходит, не произойдет у кого-нибудь из наших тут друзей. Но сейчас, слушай, кроме причин, которые появляются, кроме того, что это вредно для здоровья, мы можем перейти потихоньку, что с этим делать? Конечно. Но мне, почему я эту тему сейчас всем хочу поделиться, вот я же картинками смотрю. И когда я думал о этой теме, выбрал вот выражение, почему внутри, что делать, когда внутри кипит. Мне просто с чайником ассоциируется. То есть мы вот, то есть у нас присутствует такое выражение, что внутри кипит. Значит, там предел, там предельно высокая температура, вот эта энергия. Не просто горячо, а это уже может взорваться. Вот поэтому опасность. То, что ты говорила, что вот когда сдерживать, там вот эта энергия аккумулируется и собирается, скапливается, и человек может взорваться, может заболеть, может получить этот инсульт. Ну что ж, как я вижу, когда кипит чайник, то, во-первых, нужно снять его с огня. То есть удалить от него этот источник высокой температуры. Это первое, что я нашел. А есть еще у меня второй способ. Но давай обсудим первый, как можно вести себя в этих ситуациях, так, чтобы снять чайник. Ну, я думаю, что каждый из нас чувствует этот момент вот этого кипения, да, когда уже все, когда мы чувствуем, что это уже предел. И когда мы это почувствовали, самое главное – остановиться в этот момент. Если есть возможность даже выйти из помещения, в котором кто-то нас довел до такого состояния кипения, чтобы остыть, да? Мы снимаем чайник для того, чтобы он постепенно остывал, и мы не ожидаем, что он моментально станет холодным, да? Мы знаем, что нужно время для этого. Точно так же и с нашими эмоциями, да? Они появились, они закипели, поэтому, чтобы дальше не происходило вот этого бурления, кипения, чтобы не разорвало, да, вот сосуд, скажем так,
то нужно, конечно, от источника так называемого огня как можно дальше уйти, чтобы немножко остыть, да? А вот еще нельзя. Вот представь себе совещание такое на работе, и там начальник говорит, ничего такое, что вот просто а выйти нельзя. Ну, можно в туалет, конечно. Но просто да, каждый день, например, приходится слушать. То есть, да, я согласен, просто нужно выйти. Зачем, я даже сказал, знаешь, зачем ждать 100 градусов, когда кипит? Когда уже так 70, уже можно освободить помещение и поговорить с кем-то другим. Поменять тему разговора, посмотреть, что вот толку разговаривать с человеком нет. Я просто вижу, что с некоторыми людьми, я, конечно, вижу это немножко поздно, когда мы говорим об этих вампирах, я тоже таких людей встречал и по жизни, на работе, не хочу фамилии тут ее использовать, некоторых людей. А, ну, просто я потом чувствую, что я полчаса или 40 минут проговорил, потом думаю, зачем мне это нужно было? То есть надо вот эти сигналы чувствовать. Я просто один раз ты говоришь человеку, он как-то тебе повернул. То есть там нету обмена мыслей, а какая-то, знаешь, игра в теннис. И мне это начинает раздражать. То есть надо вот эту пилочку раз, два, три попробовать, что у нас какая-то игра получается, да, мячик. И все, и тогда заканчиваем. Когда просто температура поднимается, уже там, скажем, да, 70, и хватит, зачем продолжать? Да, то есть как минимум просто не перестать говорить. Ну да, просто оценить, что это смысла дальше нет, что человек меня выводит из себя, а некоторые мгновенно это делают. Когда мы видим такого, сигнал есть, слушай, зачем мне ну, с дураком иметь вообще дело? Уйти и все, закончить разговор. Потому что иногда это так именно и есть. А даже если я ошибаюсь, даже если он не дурак, а я дурак, он умный, то все равно смысла нет. В данную минуту нам вообще разговор видно, мы чувствуем по реакции, что нам ничего не получится. Что-то со мной происходит, и лучше, чтобы его, там, скажем, не ударить чем-то там, да, твердым предметом, то лучше просто уйти, повернуться, замолчать, может, пойти в парк и что-то, может, покричать, с деревьями поговорить. Например, да. Ты говоришь с деревьями, рассказывай сейчас. Я правду говорю. И с деревьями не разговариваю, но стала разговаривать сама с собой. А я с деревьями разговаривал в парке. У меня так бывает. Молодец. Но это не когда агрессия, а просто у нас классные деревья в лесу. Я на самом деле разговаривал. Да. Знакомился у нас там. Я сказал, что буду заботиться. Ладно, вернемся к этому кипи. Это хорошо. Да. Да, но ты сказал про ситуацию на работе, но я думаю, что... больше всех интересуют все-таки отношения в семье, потому что здесь, например, в одном из комментариев говорилось, что муж каждый день выводит из себя, доводит до кипения. Как быть в такой ситуации? Потому что, ну, тут как бы... Я прочитаю. Да. Наталья пишет, я не умею внутри держать, я плачу постоянно, кричу, это плохо или хорошо? Угу. Я просто вопрос задал. Смотря... Кому? Мне? Хорошо это или плохо? Кричать и плакать – это хорошо. Просто нужно найти для этого подходящее место. Если мы это делаем в присутствии мужа и ему в лицо, ну, пару раз можно. Но же кричать можно, не просто там... Можно, да. Нецензурными словами на него. Да, но я думаю, что как бы это может вызвать нам ненужную, и еще больше температура поднимется. Поэтому да, если мы чувствуем, что такая ситуация возникает, и нам трудно сдерживать эти эмоции, лучше как раз, как я говорила, уйти куда-нибудь и там покричать, поплакать. Я же подумала, что у женщин может быть такая ситуация, когда вот отношения не ладятся, и... когда вот такое кипение. Хорошо, если есть подруга, которая нас правильно понимает и поддерживает в этом. Вместо того, чтобы все это высказать мужу, можно сказать подруге. Единственное, что как бы надо думать тоже о том, как эта подруга тоже потом будет смотреть на нашего мужа, чтобы у нее не было постоянного отрицательного отношения, потому что это должна быть поддержка, а не как бы оппозиция против, да, жизненного партнера. Но может быть подруга, которая мужа не знает?
Или, например, да, вот это вообще очень хороший вариант. Но я бы не рекомендовала маме жаловаться, потому что мама обычно потом будет относиться так настороженно к своему зятю, и это не влияет на хорошие отношения зять-теща. А ты сейчас тебе позвоню, ты меня выслушаешь? Ну, конечно, если ты Обязательно. захочешь. Ну, когда жена меня достанет, я просто... Мне же надо с кем-то Да. поговорить. Позвоню, ты Конечно. сможешь послушать? Обещаешь? Да. А Да. если кто-то из наших друзей позвонит тебе, захочет пообщаться? Запросто. Почему ты говоришь вот так? Скажи вот да, я согласна, а ты Да, запросто. это по-болгарски. А, тоже. Они говорят, нет, это означает да. Да, поэтому Да. все, кто нас слышит, мы всегда рады. Пока хотя бы Да. время еще хватает. И я понимаю, что вот те, кто обращается, это не для того, чтобы делать это каждый вечер. Это люди, которые просто иногда нуждаются. И мне очень приятно, когда я могу кого-то выслушать. Не всегда дело в том, чтобы решить что-то. Можно иногда, но на самом деле просто мы нуждаемся в том, чтобы с кем-то поговорить сейчас. И как мы Да. сейчас говорим от этой энергии, от этих, чтобы остыть, нужно как-то эту энергию с кем-то ее поделиться, да? Да. То есть мы просто эту энергию от эмоций, какими бы они ни были, мы не должны ее сдерживать. Даже вот потому что, как я сказала раньше, многие люди боятся вот этих как раз отрицательных эмоций, потому что думают, что они правильно их выражать. Но я знаю, что ты нашел одно место даже в Библии, которое показывает, что на самом деле, я не знаю, может быть, у тебя был другой план, когда Не, это я сказать, но поищу я сейчас, думаю. потому что я это, да, мы, но я просто про то, что кричать, да, я признаюсь, когда я Да. все эти советы, мы тоже уже давно обсуждали, и когда я с работы возвращался, у меня так было, что я в машине, когда ехал наедине, я себе там минут 5 кричал, никто не слышит, машины все рядом едут, но интересно, что это срабатывало, то есть я более-менее таким домой этого всего кипятка не нес, я чувствую себя более-менее таким расслабленным. Так что Да, это имел смысл. тут я вижу комментарии, я бы не жаловалась никому. Я сейчас не говорю о том, что жаловаться. Потому что жаловаться это чуть-чуть другой оттенок имеет, а просто рассказать, назвать свои чувства. Потому что мы можем, когда мы жалуемся, мы ожидаем определенной реакции на кого-то, кто нам причинил какой-то вред, кто нас обидел, да, что мы его поругали. А дело не в этом. Дело в том, чтобы высказать свои эмоции, да, как мы себя в этой ситуации чувствуем. Жаловаться – это когда эмоций нет, а кто-то продолжает ходить и Да. жаловаться, например, на мужа. Хотя это Да. случилось некоторое время назад, уже нет этих эмоций, гнева там нет. Жаловаться на начальника, когда это было, вот а это помнишь, а вот тогда помнишь, а вот он еще так жал, вот это и есть жаловаться. Но когда у нас Да. кипит внутри, об этом нужно сказать. И, то есть даже справляться как можно быстрее. Вот безопасный способ, ты сказала, сказать об этом. Даже не вечером, понимаешь, выкричать, вот это то, что накопилось нужно. Но в данную минуту, когда я разговариваю с человеком, когда мне кипит, я могу же сказать об этом. Слушай, у меня Да. сейчас 100 градусов будет, если ты продолжишь еще в этом духе, я не сдержусь. Но этими словами я выражаю эмоции, я предупреждаю. Я уже Да. говорю, что я киплю. Ты меня довел, вот, ну, не он довел, я довел и тебя. Я не знаю, там, не то чтобы обвинять человека, но для того, чтобы остановить, я могу сказать, что у меня просто внутри кипит. Ты меня разозлил. Это лучше, чем просто зубы зажимать и в конце концов ударить человека. То есть мы уже Да. освобождаем, высказываем, что со мной происходит. То есть, как ни странно, очень простое решение очень часто бывает просто назвать состояние, в котором я сейчас нахожусь, да? То есть я злюсь, очень сильно злюсь, меня это раздражает. Когда ты сделал это, меня это просто довело до Я в бешенстве. точки, да, даже так. И когда мы это называем, то есть мы даже выговариваем эти слова, это уже срабатывает как чуть-чуть вот
уменьшение этой температуры. Крышку открываем в чайнике. Да. И как-то так давление, оно уже все. Да. Молодец. Я нашел 4 достаточно эфесиан. Гневаясь, ага, не согрешайте, да не зайдет солнце, пока вы раздражены. Угу. То есть гневаясь, не согрешайте. Значит, что? Ничего то плохого есть в этом мы... нет, что да. Гневаться, да, это нормально, потому что очень часто есть причины для гнева, но мы должны уметь справляться с этим гневом. То есть, чтобы не причинить никому вред, не обидеть, не ранить, не ударить в этот момент, не разбить посуду, а многим случается, там, допустим, бросить об пол тарелкой или... Кто-то тут писал, что на кухне, кроме чайника, есть еще сковородка, можно потяжелее взять. И другие предметы, которые помогают наладить отношения. Пугающие предметы тяжелого веса. Да, поэтому, да, действительно, если мы умеем правильно гневаться, выражать этот гнев, то этот гнев быстрее утихает. Да, поэтому мы до захода солнца умеем с этим справиться на самом деле. Важно мы, что там не написано, что нельзя гневаться или не гневайтесь, только гневаясь, гневайтесь, но не согрешайте. То есть то, что появляется такое чувство, потому что Библия говорит, что у Бога тоже есть гнев, потому что это реакция на несправедливость, и это справедливый гнев. И у нас тоже всегда... Это так моя точка зрения, не потому, что мы плохие. Гнев появляется, когда мы видим несправедливость. То есть иногда моя оценка, что это несправедливо, может быть неверна. То есть это возможно. У Бога чувство справедливости, оно совершенно. И всегда он, когда гневается, он знает, что есть поводы. Но иногда мне кажется, например, жена, она пошутила, а мне кажется, она меня не уважает или что-то такое. И у меня гнев появляется. Это возможно? Конечно. То есть... Я вот оценил, что твои слова, они были обидны для меня. Но у тебя, может, не было такой цели. Да. Но у меня гнев-то есть. Вот с моей точки зрения, он справедливый. Я возмутился, скажем. А может, я... Можно остановиться и... Вот знаешь, к чему я иду? Что вот один способ для того, чтобы вот чайник снять, чтобы там не доводиться до кипения. То есть, если уже произошло, мы говорили, как реагировать, когда уже вскипели. Но чтобы в следующий раз так не было, то когда я, вот что-то со мной происходит на работе, дома, с женой, с друзьями, я чувствую, что вскипел, нужно всегда остановиться и подумать, что меня привело к такому состоянию. Потому что всегда такие очень крайние эмоции, они неприятные, мы должны искать причины. Когда я уйду, найду причину, вот что вот, вот это и это у меня задевает, вот это и такая ситуация. И когда мы поймем вот причину, на следующий раз мы можем на это посмотреть по-другому. Типа там тупой начальник, что так далее. Когда я знаю, что он такой, например, следующая встреча, я уже буду ждать. Сейчас он скажет что-то такое, и мне просто придется делать. Я себе могу уже стратегию сделать. Все равно придется делать то, что мне не нравится. Ну, вот такая работа. Я себе могу это объяснить, чтобы мне от этого просто не кипеть. Это уже какой-то способ, чтобы с этим справляться. Да, я здесь тут еще вижу такой комментарий, что когда я говорю о своих чувствах, в ответ слышу примерно такое: тебе не нравится, твои проблемы, у меня все хорошо. Как быть? По-моему, потому что это обидно. Я так говорю себе, по-моему. Да, я знаю. Вот поэтому я отметила этот комментарий и хочу услышать при всех, как себя вести в такой ситуации. Я же не знаю теперь. Это не ко мне вопрос. Я же так веду себя. Да, ну я хочу сказать, что на самом деле, да, это очень обидно, потому что это не улучшает, да, ситуацию отношений, потому что ты, когда говоришь о своих чувствах человеку, то ты хочешь, чтобы он взял их во внимание, да, то есть это чисто вот такая вот, такой ответ манипулятора. Но очень часто это на подсознательном уровне. Такой человек защищает себя, потому что он не хочет чувствовать себя ответственным за твои чувства. Да? И на самом деле этот человек прав. Но ты не ожидаешь, когда ты говоришь это, что тебе что-то не нравится, что ты себя плохо чувствуешь, чтобы этот человек взял ответственность за твои чувства на себя.
ты ожидаешь, чтобы он просто услышал, что ты так себя чувствуешь, и принял это, да? То есть как бы, чтобы ты понял, что ты своими действиями провоцируешь вот такое, такую реакцию. И если ты любишь этого человека, то есть если ты заботишься об этих отношениях, то ты постараешься в следующий раз такого не делать, да? Это понятно, что каждый человек лично отвечает за свои реакции, за свои эмоции, за свои чувства. И мы, если это осознаем, то мы хотим над этим работать, потому что что-то спровоцировало, может быть, то, что глубоко в нас сидит, не именно эта ситуация. Но, например, в семейных отношениях мы рассчитываем на то, что наши чувства будут учитывать, да, и будут себя тоже вести, учитывая наши чувства, чтобы нас лишний раз не ранить. Ну, я понимаю, что это не всегда получится, да, но хотя бы если мы видим старание и желание это понимать, да, со стороны партнера, это здорово, да. Я могу обещать. Серьезно? Я уже не такое обещал. Ну, хорошо, я могу обещать, я буду стараться, просто я хочу немножко в оправдание мужиков со своей точки зрения. У нас, как же, знаешь, реакция просто есть такая, что но сразу надо логичное объяснение найти и что нужно дальше делать. Поэтому вот с этой такой рационализацией я тебе сказал, что мне хочется понять, почему это происходит, на следующий раз, чтобы этого не было. Когда ты, скажем, кипишь и плачешь уже, то я обычно, вот я помню и в прошлом, это были такие моменты, когда я чувствовал себя, что я тебе не даю счастья. Не то, что это нормально, тебе надо поплакать. Мне казалось, что вот, может, я тебе давай оставлю, может, ты же с другим тебе будешь счастливее. Да. У меня сразу такие мысли приходили. И хотелось тебя остановить, потому что я чувствую себя виновным в таком моменте. В такой, знаешь, в такой момент. И... Но это твои проблемы. Да, сейчас я это понимаю. Да, но я понимаю, что просто мы же все разные люди, мы из разных, из разного окружения. Ну, не об этом. У всех у нас есть свое прошлое, которое влияет сейчас на наши реакции. Это естественно, нормально. Просто, когда женщина себя плохо чувствует и говорит, что ты делаешь что-то, что ей как бы неприятно, то не надо уходить и говорить, да, я тебя делала несчастливым, значит, все, я, наверное, уйду. Нет, надо принять, прижать, обнять, поцеловать, погладить по головке и сказать, извини, я больше так не буду. И этого вполне достаточно бывает. Просто чтобы разрядить ситуацию. А когда, например, сбрасываешь ответственность уже так, таким образом, что это не мои проблемы, то тогда это как раз и доводит до кипения, к сожалению, да, и делает новую проблему. Но это, да... Так, надо так учиться. К сожалению, бывает. Да, надо, обязательно. Придется, может, когда-нибудь я в этом. Ага. Буду стараться. Это почитаешь, да? Да. Да, вот здесь, например, к тебе вопрос. А как же любовь? Надо жертвовать. А это все, на этом закончился вопрос, да? Да. Ну, все правильно, надо. Надо уступать. Я понимаю, что вот любовь, о которой говорится, связана с тем, чтобы жертвовать, это значит что-то делать в ущерб себе ради другого человека. Да. Ну, вот. То есть, конечно, бескрайность. Мы тут не один раз говорили о всяких вампирах и не так давно даже, что вот есть люди, которые постоянно хотят, чтобы мы для них чем-то с собой жертвовали. Это перебор. Да, да. В семье должен быть такой обмен, скажем, жертвованием. Мы что-то делаем, уступаем друг другу, один и другой. Это должно быть так, что мы что-то делаем, мы чем-то жертвуем, мы подстраиваемся, но это, на вот, ну, это сотрудничество. И два человека так стараются делать. Как ни странно, извини, я перебью в этот момент, я знаю, что это не любишь, но я все-таки хочу это сказать. Переживу. Как ни странно, очень часто... Надеюсь. Очень часто бывает так, что доводят до кипения вещи не какие-то масштабные, не какие-то большие моменты, только то, что постоянно повторяется. То есть, как раньше кто-то говорил, да, ты просишь, не делай так, да, или вот сделай это. А кто-то упорно отказывается это делать или притворяется, что это не слышит, хотя это может быть на самом деле что-то незначительное, да.
И тут действительно, если любовь срабатывает и желание пожертвовать этим чем-то, да, то есть своим, может быть, каким-то комфортом, своим каким-то, может быть, удовольствием, да, если тебе партнер говорит: слушай, меня это просто раздражает, да, пожалуйста, не делай так, да, или мне это доставляет вот такие-то, такие вот эмоции не очень повторяется, хорошие. Повторяется, и конца да. нет. Да. Мне мужчины да. сейчас все поймут, я с тобой столько раз говорю. Да. А ты все равно этот оставляешь свет в холодильнике включен. Нет, уже 3 дня как нету света в холодильнике. Лампочка не работает. Ну да, кстати, если действительно это повторяется и до кого-то не доходит, что делать тогда? Если это, допустим, семейные отношения, и все равно кто-то не берет этого внимания. Ты меня спрашиваешь? Да. Ну вот я, это мое мышление, вот надо закрыть глаза. Но если человек упорствует, а это мелочь, значит, мне надо как-то, ну, смириться. Женя тоже с какими-то моими, там, ну, тебе тоже, да, мелочами, которые, ну, у меня привычка, там, я думаю, это не страшно. Потому что зачем самому страдать? Понимаешь, вот если от спутника жизни никуда не денусь, я хочу жить и продолжать, а это мелочи, значит, надо закрыть глаза, надо пожертвовать. То есть, да, вот как раз я хотела это сказать. Здесь в другую сторону тоже эта любовь должна работать и готовность жертвовать, да? Может быть, действительно поменять отношение к этому, да? Может быть, тогда надо задуматься, почему это меня раздражает? Найти причину и что-то с этим сделать. И потом окажется, что на самом деле причин для раздражения как таковых и не было. Просто это лично моя какая-то проблема была. Да? Просто об этом надо поговорить в другой раз, когда уже температуры нет этой высокой. Когда кипим, вот это не надо выяснять. Надо просто побыть наедине, удалиться от причины. А потом через день, когда уже нормальное самочувствие, холодная голова, тогда можно побеседовать, слушай, вот это мелочь, этот носок в холодильнике, он меня так довел, да. Это шутка, у нас так не бывает. Не, носки у нас в других местах валяются. Ты что говоришь такое? Я потеряю, знаешь, сейчас популярность. Мы же не идеальны, не переживайте, мы еще работаем и работаем. Тут вчера я видела тоже в одном из комментариев, что интересно услышать, как мы улаживаем разногласия. И что скажешь? Все лучше и лучше. Да, мы ругаемся все тише, хотя нет, даже я бы не сказал, что тише. Нет, да. Громче. Громче, то есть мы сейчас не сдерживаем, тон голоса повышается у меня. Да. Но я не молчу 2 недели или месяц, у меня так бывало, не молчу. Да. Я вот меня клинит, я признаюсь вот так, что у меня вот так заклинит, вот просто мгновенно, у меня перепады настроения, я признаюсь, что я даже это маленькие такие круглые белые розовые штучки принимаю, врач мне дал, для того, чтобы стабилизировать перепады, которые у меня есть. У меня бывало так, что очень хорошее настроение, а потом одно слово непонятное. Я, бачу, потом не один раз признавался в том, что это слово, вот эта ситуация, она не была причиной, это не было адекватным поводом, чтобы настолько попасть в такое депрессивное состояние, где я несколько дней, мягко говоря, мог молча вообще, но и жить не хотелось. То есть это у меня было что-то вообще из крайней через области болезни. Это можно даже назвать, как она называется. Депрессия, это какая там... Биполярное расстройство. Биполярное расстройство, да. Но это так, может быть. Но просто я уже вижу, что это у меня все уменьшается. То есть с этих поводов меньше и стабилизируется ситуация. Да. Я да, же открываюсь. Да, подтверждаю, правду я когда-то раньше ждал, что ты придешь, да, извиняться, а теперь я иногда прихожу. Да. Ну все. Бывает. Все... Случается. Да. Но разговор есть, да, такие трудные. Бывают. Да, бывает, но я хочу подчеркнуть, что как раз разговор, да, то есть, мы, к сожалению, еще много ошибок делаем и наделаем, наверное, потому что в этих эмоциях, в этих чувствах очень много можно чего наговорить, но потому что хотелось бы как можно быстрее решить, да, проблему какую-то, но на самом деле, когда получается промолчать в нужный момент и потом вернуться уже спокойно к обсуждению темы, то это намного эффективнее решает
проблему, потому что мы тогда можем прийти к хорошим выводам, да, к какому-то компромиссу, да, и тогда легче понимать друг друга, потому что когда у нас начинают вот кипеть эти эмоции, у нас начинается такое, это даже ученые уже определили, что тоннельное мышление. Мы просто видим так, как бы у нас вот так было все. Мы не видим ничего больше, мы не учитываем много чего, что могло бы нам помочь решить проблему. Потому что эти эмоции нам затемевают. Черное и белое. Да, да. Поэтому. И еще один момент интересный, я хотела сказать тоже насчет правильного выражения, именно выражения этих эмоций. А я хочу мячик хотел перекинуть тебе. Да. Хорошо. Но что я хотела сказать, что если мы не дадим, не откроем эту дверь, условно, да, для этих отрицательных эмоций, то мы не сможем тоже выражать положительных. То есть иногда, когда мы пытаемся сдерживать в себе гнев, эту агрессию, которая в нас возникает, или кипение, и мы иногда удивляемся, ой, а почему у меня радости нет, а почему я не могу вот так, вот эти положительные эмоции. Именно поэтому, потому что эмоции есть эмоции. И на самом деле, неважно, они отрицательные и положительные, но они должны гармонично выходить из нашего тела. Поэтому если мы хотим больше радоваться, если мы хотим больше любить, если мы хотим быть более благодарными, то мы должны уметь тоже правильно гневаться, не согрешая, правильно это выражать, чтобы все это у нас играло, да, хорошо. Да, внутри. Потому что есть такое мышление, что вот нужно быть таким хорошим, все всем прощать, и многие весь день молча все вот принимают, улыбаются, когда другие... Ну, что-то говорят там неприятное для нас, да? Несут это домой. Да. А некоторые даже домой держат годами это. Но вот это люди, которые кажутся такие, они сдержанные, они владеют эмоциями. Это выражение «владеть эмоциями» мне не нравится. То есть оно, или неправильно оно истолковывается, но понимается, что «владеть эмоциями» значит, ассоциируется, что надо держать их под контролем. А это вот неправильно. Угу. То есть мы понимаем эмоции для того, чтобы их выражать. То есть да. Владеть, я понимаю, что нужно правильно выражать эмоции. Не убить чем человека, да. Не ударить, а сказать, писать вечером книжку о своих эмоциях, например, позвонить другу, угу. Покричать в туалете, поплакать там, да? Да. То есть выражать. Владеть это не... А многие еще пытаются быть такими правильными, хорошими, чтобы у нас все было под контролем, вот и так далее. Эти люди не умеют испытывать счастье. Я сейчас этими... своим, к себе тоже, к моей области, и таким друзьям, которые имеют проблемы с алкоголем. Люди это часто попадают в зависимость, которые со своими внутренними проблемами не справляются. Например, у них есть гнев, они его тоже вот держат, и они расслабляются, у них напряжение появляется. Они как будто этот, знаешь, кипячильник, вот он перестает кипеть, когда они выпивают. Интересно, mm-hmm. что эти люди тоже... Многие не умеют радоваться. То есть они да. тоже по праздникам пьют. Если хорошая вечеринка, весело, зачем употреблять алкоголь? Потому что они тоже не умеют расслабиться. Они не умеют просто смеяться от души с другими. Без алкоголя они не смогут так ржать, как их друзья. И они тоже да. не умеют плакать. Вот алкоголики очень часто, они агрессивны, потому что сдерживают агрессию, когда не выпивают. Выпил. И он начинает этот гнев все освобождать, он становится агрессивный. Это люди, которые другие, вроде он сам вода не каждого дня проявляет, он такой, ну, мужик, а когда выпьет, начинает плакать. Потому что угу. он всегда всю внутреннюю боль держит и плачет только когда да. он почувствует себя свободнее. Или, что там еще было, или радость, да. Некоторые веселятся, они такие грустные, когда выпьют, он начинает радоваться. Люди, которые вот без алкоголя, они не умеют расслабиться, не умеют или приятных эмоций тоже выражать. Не скажет в семье или жене, или ребенку, что любит, да, на трезвую. Пока, не, голову, да, пока да? не выпьет. Пока не выпьет. Да. Потому что да. мог бы расплакаться тоже. Поэтому, иногда, знаешь. Да. Конечно. Потому что эмоции есть у каждого человека, и они никуда не деваются, да, поэтому действительно очень хорошо, если мы понимаем, во-первых, да, и начинаем работать именно сами с собой и со своими эмоциями, это очень важно, да.
Наташа пишет Морозова. Спасибо вам, мои дорогие. Мне пора до встречи. Наташа, нам тоже пора. Молодец, ты так намекнула. Всему нужно знать, чтобы была мера. Всему свое время. Мне очень приятно было, Бата, что мы с тобой побеседовали. Я, конечно, тоже хочу всех поблагодарить, кто сегодня участвовал. Я еще буду пересматривать все комментарии, вопросы. Может, откроется новая тема для нас на завтра. Да, Бата? Да, да, конечно, мы с удовольствием будем отвечать на вопросы, если кого-то что-то особенно волнует, да. Короче, ты будешь меня сопровождать? Да. Ну, если нашим слушателям, зрителям я не наскучила еще, то с удовольствием. По-моему, нет. По-моему, ты классно. Спасибо. Мне очень нравится здесь. Всем я хочу пожелать, кто сегодня присутствовал, кто посмотрит этот материал. Хороших отношений семейных, внутреннего спокойствия, радости. Когда гнев появляется, так, чтобы он быстро проходил. И чтобы появлялся как можно меньше. Да. Ну все тогда. До встречи следующей в это время завтра. Да? Это завтра среда, наверное, тоже будет 23 часа по московскому времени. Если что, друзья, пишите, звоните, мы тоже будем рады пообщаться. Если у кого-то есть такая потребность, мы с удовольствием. И Бата тоже. То есть я поставлю ей номер телефона, и можно договориться на определенное время, потому что не всегда прямо сейчас можно, но в течение дня или на завтра можно обязательно договориться и пообщаться, и поплакать. Это да. Посмеяться. Я хочу сказать, что я люблю смеяться, но в последнее время я тоже больше позволяю себе плакать. Так что если кому-то нужно, чтобы с ним вместе, то я могу. Ну что ж, еще раз благодарю всем за такую хорошую активность, которая есть у нас. Такой хороший, приятный диалог. И Бата, и я, мы испытываем очень много радости в тем, что мы делаем. И как-то все меньше труда в этом, а больше удовольствия. Да. Это казалось таким напрягом, когда я к этому начинал все делать, а сейчас просто удовольствие. Так что до завтра, прямо расставаться не хочется, но надо. Да, хорошо. Чтобы было интересно завтра. Всем спокойной ночи и хорошего дня. Счастливо.